И еще раз добрый день, дорогие друзья. Представьте, что тайна третьей планеты давно раскрыта, и поэтому контакт с инопланетянами давно налажен. Итак, далекое будущее. Обычный российский школьник полетел в первую межпланетную школу, общеобразовательную школу по обмену опытом. Сядьте, человеческий детеныш. Хорошо, марсианская жижа. Что? Да не, ничего. Итак, начнем урок с переклички. Чубака. Сядь. Жар-птица с планеты Венера. Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Отличается умом, отличается сообразительностью. Сядь, я понял, что ты не блондинка. Гуманоид с планеты Черный мыс. Садись. Итак, дети, тема сегодняшнего урока – межгалактические войны. Записываем. Блин, что так скучно у вас, а? О, мы писали наши... Сядьте, человеческий детеныш. О, а что это вы тут делаете? Это новые технологии. О, дай-ка я попробую такие. Сядьте, человеческий детеныш. Хорошо. Воу, я пошутил, ты чё? Человеческий детеныш. Почему вы постоянно мусорите на нашей планете? Мы же повсюду поставили для вас урны. Лада, Калина, урна? Да, вот в нее и мусорьте, ведь это очень смешное изобретение. Правда, дети? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас ее мобиль выйдет, вообще оборжетесь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Человеческий детеныш. Марсианская жижа. Человеческий детеныш. Марсианская жижа. Человеческий детеныш. Марсианская жижа. Человеческий детеныш. Марсианская жижа. Сядьте на место, человеческий детеныш. Итак, дети, я давал вам домашнее задание. Вы должны были разработать программу по обеспечению межгалактических компьютеров. Ставьте свои разработки. Чубака. Ты что, галактика.ру сидишь? Да я смотрю, ты еще и в одновселенники зашел. Два, Чубака. О, а можно я тоже свой сайт разработал? Знаете, как называется? Марсианскажижа.ком. Сейчас я вам его презентую. Внимание! Опасное заражение! Человеческая флешка! Покиньте класс! Ребят, вы куда? Да это Троян, он лечится! Сейчас я его вылечу, смотрите, оп! Планете. Как ты вообще попал к нам? Да сам не знаю. Зашел в приемную комиссию и сразу все сдал. Каким образом? Не знаю. Но скажешь, что у меня глаза красивые. Ты теперь 100 лет не сможешь улететь с нашей планеты. Как? Неужели я больше не пробегусь по утренней росе? Неужели я больше не почувствую нашу русскую силу? Неужели я не попаду на Олимпиаду в Сочи 2200? Неужели я не поболею за наших на чемпионате мира по футболу в 2018 году? Неужели я не увижу, как Жириновский станет президентом Вселенной? Нет, тебе придется остаться с нами. Нет, я вернусь на родную планету. Как? Вплавь! Человеческий детеныш! Отвали, марсианская жижа! Человеческий детеныш!